Слухи о повышении взноса за капитальный ремонт существуют уже давно и день ото дня только усиливаются. В правительстве отмечают, решение назревало в течение года. Инфляция растет, увеличивается стоимость работы, цена стройматериалов. Федеральный стандарт платы 6 рублей 70 копеек с квадратного метра. Мы сейчас платим 5,90. При принятии решения, заявляют власти, будет учитываться не только потребность приведения в соответствие стоимости работы объема сбора с жителей, но и платежеспособность горожан. К любому повышению платы, будь то коммуналка или платеж за капремонт, чиновники относятся очень осторожно, боясь вызвать гнев населения. Также власти планируют учитывать при принятии решения качество работ, выполняемых региональным оператором, и размер освоенных ими средств. У нас на среду этой недели запланировано заседание попечительского совета фонда капитального ремонта. Материалы к нему все готовы, и обоснования готовы, и известны нам данные федерального стандарта, рекомендованные для Ивановской области. С учетом вот всех факторов, которые я назвал, попечительский совет будет принимать решение.